Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Реплей, центральный округ. Мой ник здесь Кирилл Подбулов, и не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, друзья, сегодня мы пойдем в казино, но перед этим мы продадим моих черепашек. Они у меня выросли, но одна еще не выросла, кстати. В смысле, только одна выросла, лол. Как так-то, блин? Давайте тогда эту заберем, одну, и тогда уже поедем... Продадим. У меня еще одна есть, по-моему, с собой, поэтому это выйдет 1120 примерно. И поедем поиграем в казино. Сегодня суть серии в том, что я пойду играть на все деньги в казино. Если поднимемся, то раздадим деньги рыжикам. Если я солю, ну, солю так солю, в принципе. Мне деньги есть откуда брать, у меня есть дом рыбака, повторюсь. И я могу спокойно продавать черепашки и не переживать, что у меня не будет денег. Поэтому мне будет не жалко раздать деньги рыжикам. В любом случае, если я поднимусь, ну, если солью, то, блин, ну, так надо было, наверное. Так, обижать не будем, мы можем на красный проезжать на данной машине, поэтому все заебись. Сейчас доедем до продажи рыб, там, и растений всяких тоже. И продадим черепах, поедем в казик. Попробуем подняться, либо сольем все деньги, в принципе. Я думаю, это нормальная тема. Если хотите почаще видеть серии по родине, то обязательно ставьте лайки. Так, продаем наших черепах. Так, черепаха. Вот, 120 тысяч вышло, как я и говорил. Все, сейчас надо еще заехать в банк, оплатить за дом. И можно смело ехать в казино. Так, давайте оплатим. Оплатить налоги на транспорт. Тоже нужно этим заняться, я думаю. Так, Бугатти, БМВ, Ауди полицейская и яхту тоже оплатить. Надо будет что-то с яхтой придумать, поснимать. Так, все, я оплатил все свои налоги. Теперь можно ехать в казино. Так, ко мне подписчик вот сел. Сена. Полищик. Полищик, да. Если не ошибаюсь. Пиздец лагает просто. Я не знаю, что с КРМП у меня. У меня что на мазинге лагает, что здесь пиздец лагает. Непонятная хуйня, но чувак дэмит. Ну, нормально. Что-то много дэма на самом деле на сервере происходит. Передашь привет. Передал. Сена Полищик, привет тебе. Так, давайте паркуем нашу машинку. Вот здесь. Чтобы никому не мешать, я думаю. Погнали на все бабки, поиграем в казики. Я думаю, это нормальная такая тема. Не будем, наверное, в карты играть, потому что, ну, это будет долго. И хочется по бурику поднять денег и уйти отсюда. Как бы, вот и все. Так, меняем фишки. Ну, я думаю, 400 тысяч обменяю и хватит. Потому что мне вломут это менять по 100. Так, какие тут ставки здесь? Так, посмотреть ставки. Так, может создадим ставку, я не знаю. Чё, пацаны, казик? Так. Посмотреть ставки. На 5 тысяч, блин, это дорого. Много, точнее. Так, давайте, может, сделаем ставку. Так, пример. 1000, так... 2. Рядом должен быть купье. Прикольно. Может, купье будет здесь уже стоять, нахуй. Так, давайте ставку создадим. Так, на 1000 и вдвоем. И ждем, пока кто-то предложит нам поиграть. Во, кто-то Иван с нами. Так, победил я, заебись. Вот это заебись. Так, давайте посмотрим ставки. Во, на 2000 давайте поиграем с чуваком. Так, выпало. Бля, я проебал, да? Печально, чё. На 5000. Так, давайте. 2002. Ждем, пока кто-то сам сыграет. По бырику. Так. Ну чё, кто-то будет играть или нет? Давайте, ёпта. Во, Артём какой-то сам играет. Так. 4. Он победил, да? Пиздец. Сколько у меня фишек осталось?
Так. Дети фишки смотреть. Так, здесь персонажи. 1000 фишек у меня осталось. Ну, давайте 1000. Два. Сольем, так сольем, в принципе, ничего страшного. Я думаю, в этом не будет, как бы. Дети все-таки это верты всего лишь, поэтому переживать по этому поводу мы не будем. Сейчас ждем, пока кто-то с нами сыграет. Вот, Дима с нами хочет сыграть. Так, 3-4. Так, я победил, да? Заебись. Че, поднялся. Так, посмотри заявки. На 4000. Ну, это дохуя как-то так создать. Давайте уже ва-банк пойдем. И все, и будет заебись. Тупо ва-банк идем. Поднимем, будет заебись. Не поднимем, ну, не судьба, значит. Нам выиграть, поэтому да. Ждем, пока кто-то согласится, и уже решится наша судьба, проебем мы или нет. Так, с нами Диана играет. У меня выпало 2 и 3, у нее. Да, я проебал, короче. Все, я все деньги проебал. Все, можно, в принципе, сюда уходить. Так. Бля, слил все деньги. Ну, я это был ожидаем, потому что, блин, я только поднимать умею в карты. Вот этой хуйне, ну, непонятная тема, короче. Так, слил все. Так, все, запускаем двигатель. И поехали. И поехали, покатаемся, не знаю. Надо черепах еще купить и посадить, короче. Поэтому сейчас поедем в магазин садоводства, купим черепах и посадим их. Ну, перед этим давайте... А на сколько играл? 400 тысяч. Давайте заедем на ферму, раздадим немного денег хотя бы. И уже поедем купим черепах. Так, давайте дадим бабок тем, кто работает. Вот, чуваки работают, так. Давайте им там по десяточке накинем хотя бы. Так, пай, 281, 10 тысяч мы накинем, я думаю, это нормально. Так, 120, 10 тысяч, 439, давайте ему дадим, 184, блин, я не успеваю просто их не ID писать. Так, 281, тоже десяточку мы дадим. Все, заебись. Так, 285. Не успел передать. Эм, спасибо. Не за что. Так, 285 у нас, да? Просто. 439-му, да, я не давал. Так, вроде бы всем давал, да? 184-му давал. Не, 184-му не давал. Так, 184. Все, раздали сколько могли. Раздал последнее. Раздал последние, пацаны, поэтому... Как-то так. Все, берем нашу Audi и едем покупать черепах. Так, давайте купим сейчас черепах. У меня что-то дико начало лагать. Надеюсь, у меня, блядь, не крашнет, потому что это будет полный пиздец. Все записи не сохранится еще. Так, давайте купим рыба. Черепаха. И 10 штук купим. Все, я купил 10 штук на все деньги, грубо говоря. И теперь поедем там, одну нужно посадить хотя бы, и все. Все будет заебись. Деньги еще придут, пацаны, не переживайте. И мы будем всегда так раздавать деньги. Можешь поселить к себе в дом. Да, могу. Давайте, значит, поселимся чувака этого, посадим черепаху и уже, наверное, будем заканчивать. Так, тут чувак просит помощь. Жди, сейчас куплю, сейчас помогу. Давай сейчас ремку купим. Так, нельзя так ездить вообще. Сейчас я куплю ремку, почем ему, поможем чуваку. Я проехал мимо, но потом видел чате, что он написал «помоги» и решил вернуться, помочь ему. Так, дай, пожалуйста, 2000. Сейчас просто ремку, мне не хватает, наверное, на ремку, скорее всего. Я просто не знаю, сколько ремка стоит. Так, спасибо.
Давайте сейчас купим ремку, чувака починим. Так. Набор инструментов. А, мне хватало, по-моему, да? Давайте еще канистру купим на всякий случай. Все. Теперь можно ехать помочь чуваку. Подселить чувака и подписчика, точнее. И потом уже посадить черепаху и уже заканчивать, да, пацаны. Вот такая вот насыщенная серичка. Поиграли в казино, раздали там немного денег рыжикам. Сейчас чуваку поможем, подселим подписчика и посадим черепашку. Я думаю, вполне себе нормально. Так, вот он, короче. Давайте я ему помогу. Репкар. Так, все. Так, поехали. Так, что? Что? Да, не нужно было. Давайте ему вернем эти 3000. Все, поехали. Не хочу деньги брать за то, что ты помог человеку. Это полный бред. Так, вот и канистра пригодилась, потому что бензин заканчивался. Так. Давайте мигалку включим. Чтобы нас, если что, админы не посадили. За нарушение правил. Блять, ох, как лагает, пиздец просто. Надо чувака подсадить. И посадить черепашку. Так, я так понял, подписчика крашнула, в принципе. Ну, ладно, если что, мне Фоми напишет. Ну, а я пока посажу черепашку одну. Так, сет Л. Четвертый один нам нужен. Так, сюда. И давайте ее посадим вот так вот. Чуть-чуть бок можно. Все, заебись, теперь у нас 3 черепашки. Эти уже вырастут скоро. Ну, а это еще будет расти долго. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте видеть мой ник при регистрации. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.